Здравствуйте, друзья садовые экспрессы. Вы видели, как цветет, как растет цветок безвременника или колхикума? Вы видели, обычно смотрите, вы показывают в роликах везде цветок этого цветка. Это значит осенью, в сентябре снимают, когда на тонкой нежной белой ножке появляется тюльпанообразный ветик крокуса, сиреневый или розовый цветок колхикума, или безвременника, или осенника. А вот как выглядит он весной, каковы его листья, навряд ли вы видели. Поэтому я вам снимаю. Да-да, вот это листья колхикума. Это луковичные многолетние растения, которые прекрасно растет у нас на территории Российской Федерации. И если вы не знаете вот особенности этих листьев, то вы примете вот эту маленькую полянку, как будто бы это листочки ландыша. Но это не ландыш, это колхикум. Из каждой луковички по две, по три семейки выходит. Посмотрите, видите, вот одна, две семейки, а здесь три из луковички семейки. Вот здесь на месте вот этих вот листиков листики будут в течение мая, июня. В июне они высохнут, исчезнут, а клубеньки наберут силу, чтобы в августе зацвести удивительными осенними цветами. Вот такой он листочек, глянцевый, блестящий, яйцевидный такой, нежный, как будто бы какие-то букетики ландышевые появляются из земли весной. Но это не ландыш, это безвременник или колхикум. Давайте подождем осень, и я вам покажу эту поляночку осенью, в сентябре, когда зацветет нежный, удивительный цветок осенника. Спасибо вам, что вы были на канале Садовый экспресс и посмотрели со мной чудесные листья. До новых встреч!